хороша. Жирненькая. Так, как бы тебе так? Такая красавица. Вот на такой Герман под бомбер. По течению хожу с маленьким воблерочком. Напротив течения ставлю побольше. На оба сейчас поклевывает. Погода пасмурная. Вот стало поклевывать на красный, у него с красной головой. Это бандит родной. Это по 24-й бомбер. Реплика от Германа. Оказался тоже Оллистом. Так, сейчас ставлю родной бандит красный. Течение по 7 метров. Бандит против течения, чтобы заходил до 7 метров, надо отпускать где-то на 70. Ну, можно попробовать на 50 метров, все зависит от течения. Сейчас попробуем дорожку. Когда идем по течению, то можно отпускать приманки на 30 метров, на 20. Регулируем, сами уже подматываем, и наоборот, больше отпускаем. Верочка удобно, постоянно рыть, удобно чирить. Но в то же время, если воблер вообще не касается дна, то вероятность поклевки очень минимальна. Воблер должен хотя бы изредка. Скорость лодки тоже подбираем по-разному. Когда-то судак любит более медленную проводку, а когда-то каску приподдашь, и он получше поклевывает. Что касается сама, сом наоборот любит более медленную проводку. Можно сказать, практически стоящую, так лодка практически стоит на месте, очень медленно двигается. Щуки вообще до лампочки. Быстрая, медленная. Если щука есть, она возьмет. Можно поигрывать еще спиннингом. Делать сбой приманки. Имитировать больную рыбку. Спиннинг держите в руке так, чтобы вам было удобно подсечь. Многих я наблюдаю, вот так ловят. Так подсечь практически нереально. Да и при поклевке сама спиннинг, скорее всего, вылетает из рук. Держимся за румпель левой рукой. Правой рукой держим спиннинг. Спиннинг желательно, чтобы был с длинной ручкой, и положить его вдоль локтя. Катушку всегда использую практически мультипликатором. Из-за того, что она очень надежная, сломаться практически нереально. А пенетрационные катушки очень сильную нагрузку испытывают при троллинге и часто ломаются. Что-то завалилось хорошее. Скорее всего, щука. Ёкарный бабай. Щука это или судак? Походу все-таки щука.
мощный удар был. Одному в лодке не очень удобно. Подсак короткий, не мой. Взял на базе. Блин. Ну, была небольшая. Попробуем по течению. Вот что такой момент. Если вы поймали рыбу, вы берете ее рукой, то держите рыбу сильнее. Иначе могут быть травмы. Вот такого сейчас опять поставим симпатягу. Попробуем. Причем на этого малыша взяла сейчас щука, ну не знаю, на трешку, наверное. Многие спрашивают у меня такую вещь. Почему по течению лучше заглубляется? Или против течения? Значит, по течению воблер уходит глубже, но заглубляется дольше, а против течения заглубляется быстрее, но уходит, скажем, на свою паспортную глубину. По течению вы воблер загоните гораздо глубже, ну как гораздо, метра на два можно глубже его загнать, чем написано на коробочке. Я только распустил и уже поймал, но это стопроцентная щука. Я только договорил про то, что воблер по течению заглубляется глубже, и тут же поклевка. Винтом идет, не очень крупная. Судак, щука, зубастая. Даем ей успокоиться и сжимаем прям сильнее. И держите, не расслабляйте руку. Бывает, по инерции руку расслабляем. И щуке даем шанс трепыхнуться. Лучше всего, чтобы скорость лодки была прям минимальной. Этим вот по берегу смотреть, медленно идем. Многие летят с большой скоростью по течению. Это не совсем правильно. Я бы сказал, что это вообще неправильно. У меня, допустим, вот лодка Брик и Маха 25. Я не могу по течению ходить. Скорость у меня очень большая и поклевок гораздо меньше. Течение можно ходить, если позволяет лодка, двигатель, течение, реки. Но всегда приятно ловить против течения. Это из-за того, что ты более четко чувствуешь поклевку. Хотя, я говорю, все зависит от того, какое течение на реке и какая скорость у вас лодки. Оказался.
поставил, и уже он мне принес, наверное, штуки 4 рыбы. Что-то на камеру, что-то без камеры. Из них, из этих рыбешек, вот судачок. Маленький, но судачок. Сейчас мы посмотрим, сможем ли его отпустить. Не сильно ли он поврежден. Да, я думаю, что я его отпущу. Ребята, отпускайте, ну куда, тут есть нечего. Плыви. В этом году очень крупная щука, но судак очень мелкий. Но все равно, как бы, лучше выбрать что-то покрупнее, чем мести вот такую всю подряд мелочь. Следующий заход. Распускаем на 30 метров. И маленький этот дублерочек, который попался 4-метровый, по-моему, уходит на все 6-7 метров. Повторюсь, по течению воблер сгубляется дольше. А с поводком сгубляется еще дольше. Если снять поводочек, то углубление воблера тоже происходит быстрее. Я тоже проверил. Вот он на дне. Изредка цепляет, подпрыгивает, потом начинает интенсивно играть. Вот это самый оптимальный вариант. И ход лодки у меня сейчас, вот, в принципе, очень даже неплохой. Идет она плавно. Медленной скоростью. Погода сегодня, конечно, вообще амба. Идет дождь мелкий, моросящий. Вроде была поклевка, но уже по течению тяжело ее определить. Того, что воблер очень интенсивно так роет. Против, ну, вот она поклевка была. И вот сидит наша рыба. И это судак. Нет, это щука. Это щука. Стараюсь ее не упустить. И это хорошая щука. Подсак коротковат. Свой дом оставил. Вот такой маленький воблерок приносит вот таких зубастых. Так, если мы еще коснемся дна, она начнет прыгать. Нам бы ее взять. Вот, даже не получается сжать нее. Ну вот такая щука. Брать вот ее хорошо вот в этих местах или вот здесь вот. Ну вот так вот. Прожимаем. Где-то здесь еще одно место есть. За глаза. Пытался я раньше брать, но что-то как-то у меня выскакивает, а тут опасно. Вот здесь хорошо, но здесь опасно, можно порезаться. Поэтому сжимать надо посильнее, чтобы она не трепыхалась. Весь сопливый в этих соплях. Кольца держат, фурнитуры держат, тройники держат.
такие летние перчатки тоже не помешают. Они с такими пупырышками неплохо тоже помогают удержать рыбу. Это все, конечно, я говорю для тех людей, которые, можно сказать, первый раз вышли на рыбалку. Многие говорят, ничего нового не рассказываешь. Конечно, я для себя Америку не открыл. И для уже бывалых рыбаков это все кажется порой даже смешным. Но поверьте, есть некоторые товарищи, рыбаки такие, которые даже этих банальных вещей не знают. Поехали, попробуем против течения. По течению поклевывает, но хочу большой воблерок и хочу побольше еще трофей. Ставим опять воблерочек маленький, уловистый, эту сторону. Распустили дорожку. Вот воблер опять на дне. Идем по течению. Повторюсь, важно, чтобы идти медленно. По течению. Надо идти медленно. Маленькая штуканья вполне неплохо уходит на 7 метров. При отпуске где-то метров 30, наверное. Ну, принесет он нам сейчас рыбу, нет? Вот он сейчас уже не на дне, вот опять на дне. Вот он на дне подпрыгивает. Вот просто играет. Прямо у дна где-то. Была поклевка. Толчок был вперед воблера. Скорее всего сюда. Щуку бы сразу бы лямс. Видите, сейчас он у нас просто замечательно играет. Кто касается, вот сейчас вот он касается, а вот нет, вот опять касается, вот. И вот он вот работает просто, вот касается. Опа, есть что-то не очень крупное. Очень ловист оказался воблер. Сейчас попробую найти. Маленькая щучка, что ли? Маленькая клыкастая разбойница. Нет, это маленький судачок. Вот такой. А это бирж. Вернулся. Сейчас хочу попробовать еще раз пойти. Может быть, стайка стоит в судачках. В этом году мне тяжело рыбачить, а вот я не взял. Точнее, мы взяли один эхолот, но он стоит в другой лодке. На ней ездит другой рыбак. Но я места знаю. Более-менее нахожу бровки с
смотрю по игре воблера. Сильно роет, хожу поглубже. Не достает, хожу помельче. Конечно, это не очень удобно. Иногда это даже раздражает. Ну а что делать? Выглянуло солнышко, и что-то поклевывать стало рыб похуже. Немножко его раздраконим. Да, ух ты! Была поклевка, но не был я к ней готов. Большой твич. Приятно он играет, так бжик. Очень приятное ощущение по спиннингу. Первый проход холостой. Что выматываешь и на проводочке берет. Камеру не выключаю, смотрю, может долбанет что. Нет, все. Воблер хорошо и протвичивается. Можно в заброс его. Ой, нацеплял сколько. Есть. Реплика на бомбер. 25-й отловилась. GG бомб от Герма. Слушай, друзья мои, я все новые и новые модели приманок открываю от Герман. Все они рабочие, оказываются. Попробую без подсачника. Ой, прям сидит еле-еле. Так. Сжимаем сильнее. И вот такой GG бомб. Рыбу держим сильно-сильно. Порой, когда начинаем вытаскивать тройник, у нас одна рука машинально ослабевает как бы. Вот что еще хотелось добавить. Игру воблера мы задаем скоростью лодки. То есть побыстрее идем, он поинтенсивнее играет. Помедленнее, он более плавно играет. И наблюдаем это по кончику спиннинга. Воблер надо завести. То есть идти, допустим, с самой минимальной скоростью. И если, допустим, кончик спиннинга плохо отрабатывает, скажем, вообще практически не отрабатывает, значит воблер практически не играет. Это практически бессмысленно. Воблер должен играть. И задаем игру воблера скорости лодки, то есть движением нашей лодки. Дальше что еще? Отпуск. Чем ближе мы к лодке приманку ведем, тем, значит, она интенсивнее играет. Чем дальше мы ее отпускаем, тем она более плавно играет. Вот. Отпустив приманку где-то порядка 100 метров, мы добиваемся более плавной игры. Подтягивая где-то на 30-20 метров, мы добиваемся более интенсивной игры воблера, то есть более агрессивной. Смотрите всегда по кончику спиннинга, как у вас играет воблер. Он должен постоянно работать. Если он
плавно работает, значит и воблер плавно работает. Если кончик более интенсивно работает, значит и воблер более интенсивно работает. Если кончик не работает, значит у вас приманка плохо работает или не работает. Вот то, что я вам говорил про кончик. Вот сейчас воблер практически не играет. Спиннинг не отыгрывает. Кончик спиннинга не отыгрывает. И вот мы еще прибавляем скорость. Вот мы его заводим, он уже начинает играть. Вот с такой скоростью уже можно идти.